Очень мне эта музычка напоминает Final Fantasy Tactics, почему-то. Так, почему я пикую? Не должен, вроде как. Во дворе дрова, на дровах трава. Ну, вы достаете нормально. А в ОБС я почему-то показываю, что я пикую. Так, гейн у меня здесь. Почему у меня здесь включен гейн на 30? Откуда он взялся? Так, ну вот теперь нормально. Очень извиняюсь перед теми, у кого я только что убил уши. Я не знаю, почему там гейн стоял. Так, ну что же. Мы продолжаем наше знакомство с Severance Blade of Darkness. На прошлом стриме мы прошли первый уровень и решили отправиться в каменоломни. И они нас сразу встречают пропастями. Мы знаем, что с ними делать. Так, я знаю, что означает этот звук. Так, я надеюсь, этот камень был такой один. Не знаю, спасла ли меня моя фантастическая память в этот раз, либо знакомство с трупами приключенческих игр и фильмов. Я, наверное, не перепрыгиваю. Можно попробовать. Нет, я эту пропасть не перепрыгиваю. Интересно, а как-то по-другому можно почистить этот вулкан, кроме как там обратно перепрыгивать через дыру? Наверное, нет, я там не видел никаких выступов больше. То есть я там видел
одну пещерку, но это, очевидно, пещерка, из которой этот камень вываливается. Ой, спасибо, спасибо, игра. Вот почему в игре 2001 года нет стрейфов? То есть разработчики думают, что кнопки А и Д должны поворачивать камеру. Как будто не было тогда манипулятора типа мышь. То есть все шутеры от первого лица вышли уже давно, там, Half-Life 1, Unreal Tournament, Quake всякие эти ваши. А в 2001 уже вышел Max Payne, извините меня. Но в этой игре до сих пор нет стрейфа. Здесь вроде какой-то прикол, если я попробую здесь перейти или нет. Наверное, нет. Ну или нет прикола. Так, топорик можно подобрать. Только у меня уже места нет. Как эта дубинка, только круче. Хилые голуби. Ты что, драться со мной собираешься? Ты не видишь, что тут происходит? Не слышишь этих звуков? Я забыл, как лаконится в этой игре. Почему-то с этим топором я даже не могу ворачиваться, так же как с Гладиусом. Так, давайте посмотрим, как лаконится. У меня. Да что ж такое?
В этой игре надо раньше нажимать кнопку пуска, чем вы привыкли в играх. По-моему, на этот раз. Даже его щит сломался. Так, здесь мы не запрыгнем. Как я понимаю. Давайте облутаем вот это вот. Ой, прыжки в этой игре. Не могу показать пальцем, что не так с прыжками в этой игре, они просто какие-то кривые. Вы видели, этот камень пролетел прямо сквозь него. Ничего ему не сделал, этому орку.
сравнить. Это вот мой топор 0.4. Его палец 21. С этой палицы нам доступны те же самые приемы, что и с Гладиусом. Что приятно. Так, как бы нам до туда допрыгнуть, чтобы не умереть? Так, не умерли. Эльфийский меч. Но у нас уже нет места. Давайте выкинем вот эту вот штуку. Господи, боже мой. Прыжки в этой игре я просто не могу. Так. И с этим мечом наша защита становится отрицательной. Так, поим сыра. Хорошо, что здесь... Всякие санкционные продукты есть в коробках. Интересно, что у этого эльфийского меча нет резистенса. То есть он не ломается. И, возможно, у него какие-то свои приемы есть. Нет, не вижу у него никаких своих приемов. А, ну давайте будем с палицей. Вот, вот, я знал, что будет какой-то прикол с этими мостами. Это был не первый, а второй мост.
будем подбирать его топор, мы лучше подберем палец с того орка. Сразу выкинем эклипс. Пользоваться этим точно не буду. Спасибо, игра. Тут проблема в том, что ты не знаешь, допрыгнешь ты или нет. И если ты не допрыгнешь, то ты хочешь удерживать кнопку прыжка для того, чтобы он зацепился и подтянулся. Но если ты удерживаешь кнопку прыжка, то он делает прыжок и тут же делает второй. И улетает в ту пропасть, которая находится вот за этой балкой. Такой вот платформинг в видеоиграх в 2001 году. Удалось. К сожалению, топор, который, то есть палец, который я хотел с него подобрать, упал под текстуру вместе с ним. Селяви. Ну ничего. Я уверен, что на этом уровне будет еще много таких же орков. Из кого-нибудь из них я такую палец подберу. Наверное, с первого же из них. Я забыл выкинуть свое барахло. Вот я хочу просто это скинуть. Вот. Так, и у того гоблина есть зелье. И если бы оно мне досталось, было бы круто. Но, наверное, нет, потому что он сейчас побежит в мою сторону. Нет, он не бежит в мою сторону. Возможно, здесь надо как-нибудь... сделать что-нибудь творческое. Ну, я не знаю, как тут перейти, что
чтобы не убиться, возможно, надо красться. Потому что в прошлый раз я бежал, и подо мной все упало. Между прочим, катящиеся камни тоже были в Сент-Фордрес. Ну, что ты мне делаешь? Гоблин первого уровня. Наверное, это не самый интересный стрим, потому что я все время пытаюсь сделать одно и то же. А, это палец просто сломалась пополам под этим камнем. То есть оружие здесь тоже ломается, даже если это простое оружие, которое не ломается. Вот. На этот раз я просто сделал прыжок и не допрыгнул. Почему? Ну, потому что платформинг в игре третьего лица в игре 2001 года. В общем-то, этот стрим и должен быть таким. Потому что даже это же Dark Souls.
На этот раз я отпрыгнул от этой пропасти, так что я в нее не упал. Так, ну и давайте сохранимся и будем думать. Тут попробовать перепрыгнуть. Ну, бутылочка. К сожалению, это бутылочка, которую мы сразу выпиваем. Ага. То есть это пропасть, которую мы не могли перепрыгнуть. Что? Так, мост за нами сломался. На секунду мне стало жаль, что мы выпили эту бутылочку. Хотя у нас... Так. Здесь нас ожидают лучники. Так, меня еще и отравили. А вы думали, в этой игре не будет отравления? Ну, конечно же, оно есть, потому что же это Dark Souls. Ну, давайте выкинем этот щит. Возьмем щит посвежее. И как мы только что убедились, здесь стрелы такие, что просто ломают вам щит с одного выстрела. Так у него оружие отравляющее. Я думал, это меня стрелой от... Я думал, меня отравили стрелой, так нет, это... У него оружие отравляет. Мне надо забежать под этот мостик, тут же развернуться.
какой-то порский меч. Так, интересно, что мне надо сделать, чтобы я не умер от отравления? Противоядия же никакого нет, я так понимаю. А, подожди, у меня есть... Еще есть лечилки. Давайте попьем лечилок. Как же... Вот. А, это сразу вылечило меня от отравления. То есть лечилки здесь еще и лечат от отравления. Это приятно. Наверное, глади уже можно сбрасывать. Или гладиус. Не знаю, принято ли в русской традиции конкретно в этом случае опускать окончание. А, кстати, я предполагал, что у эльфийского меча есть какая-то комба. Да, у него есть какая-то... Какой-то специальный удар. Да, и он просто лучше, чем Гладиус. И лучше, чем Булава. Только у меня же не хватает энергии на нем, чтобы сделать Thousand Crows. Так, он меня стреляет отсюда? Нет, он меня не стреляет. Еще один Death Sword. То есть, я думал, что я подобрал какую-то крутую штуку, а эти Death Sword тут просто валяются как грязь. Орский меч, конечно, круто, но давайте подождем, когда мы... у нас будет достаточно стамины для того, чтобы мы могли делать хорошую атаку. Возможно, этот момент настал только что. Да, теперь у нас хватает энергии. Так, а почему я хожу без щита? Давайте ходить с щитом. Давайте сохранимся. А, он еще и отравляет. Так, подождите, мне вот это вот не очень нравится. Каким образом у меня со спины он появился? Он только что своих перерубил просто. Как все это обернулось. Так, а где мое оружие? У меня что, моделька оружия не загрузилась? У меня не загрузилась моделька оружия. Прямо как в Insurgency Sandstorm. Там тоже модельки оружия не прогружаются все время. Теперь она погрузилась.
Мы их развели на Friendly Fire. Сейчас этот торт всех перерубит. Прямо как российская оппозиция. Просто перерубили друг друга и все. Вместо того, чтобы что-то полезное делать. Так. Вы только посмотрите, куда мы пришли. То есть это такой хаб. Так вот мы можем пойти много куда. Возможно, это тот самый лучник, который в меня стрелял тогда. Давайте скажем ему привет. И опять мне придется что-то выкидывать, чтобы взять... лук. Ну, балава мне точно уже не нужна. Абсолютно. А вот лук круто. И вот эта нелинейность, она, согласитесь, тоже очень в духе Dark Souls. Правда, Severance — это линейная игра. Но, как видите, в рамках одного уровня она предлагает определенную нелинейность. Так, отсюда можно безопасно... безопасно спуститься можно. Если вы думали, что в этой игре не будет пауков, то вы ошибаетесь. В этой игре, конечно же, есть пауки. И наверняка они еще и ядовитые. Как и все уважающие себя пауки в видеоиграх. Так, и мы не можем больше подобрать Power Potion. Видимо, только один позволяется носить. И то, что здесь валяется Power Potion, это, возможно, говорит, что нас здесь ожидает какой-то босс. Возможно, даже босс-паук. Дерево не хочет с нами сотрудничать.
можно ли здесь перепрыгнуть, интересно? Наверное, нельзя. С другой стороны, зачем я тогда сюда шел все это время? Если здесь нельзя. Может быть, мне надо сесть в эту вагонетку? Вперед! Поехали! Вагонетка не работает. Так, давай все-таки проверим. Нет, здесь можно было перепрыгнуть. Никогда не знаешь в этой игре, где можно перепрыгнуть, а где нельзя. Вы хотите сказать, что и вот здесь вот можно перепрыгнуть? Нет, это вряд ли, наверное, надо прыгать вот здесь. Что это такое красное лежит? Чего они все друг друга не убивают? Раундшилда у меня, по-моему, еще не было. Так. И раундшилд это круче, чем вудшилд. Так, здесь он один. Один. Мы давайте посмотрим, что же есть лежит. Некий красный кристалл. Видимо, это одна из тех видеоигр, где надо собирать кристаллы разного цвета. Нельзя ей запомнить.
предлагаю, что сейчас мы откроем вот эту дверь и окажемся снова в хабе. К сожалению, Southern Cross не очень эффективен против деревянных ящиков. Это недостаток этого приема. Я надеюсь, что орки об этом не узнают, потому что если они оденутся в деревянные ящики, я ничего не смогу против них сделать. А, мы вернулись обратно к лифту. Да, это тот самый гоблин, который в меня стрелял, кстати говоря. Так, есть распан, есть новые враги. Так, сколько их? Только двое. И у них вот эти вот раунд... Щиты. Что хорошая новость. Я хочу еще таких щитов побольше. Так, мы прошли один из одной из ответвлений этого хаба. Я считаю, что мы имеем право сохраниться. Давайте уже эти старые сохранки использовать. Старые слоты по сохранёнке. И, наверное, вот сюда мы пойдем, когда мы соберем все кристаллы, чтобы вставить сюда все эти кристаллы. И чтобы произошло что-то крутое. Вот, наверное, вот эти вот господа, они смогли ставить все кристаллы. Ну, собственно, да, вот они. Слоты для кристаллов. Red Gem, Blue Gem. И Green Gem. Так что эти джемы вполне можно использовать для... ГБ подсветки. Возможно, это храм Рейзер. Так, что здесь? Наверное, отсюда мы... Наверное, если мы встанем вот сюда, мы сможем отсюда из лука перестрелять всяких гадов. Давайте посмотрим. Вы видите каких-нибудь гадов, которых можно было подстрелить из лука? А, нет, смотрите-ка, это тот самый мост, через который я прошел. Вот я прошел через... Прошел вот по этой дороге. Очень интересно, конечно, в этой игре, как все связано. Тоже очень по Dark Souls-ски. В Dark Souls вы куда-то идете, вы думаете, что вы зашли куда-то совсем далеко от своей первоначальной точки, а потом заворачиваете за угол, дергаете какой-то рычаг и оказываетесь там, где вы раньше были.
тогда можем пойти туда. Есть какой-то рычаг. А, это тоже какой-то лифт. Вагонетка. Мы поедем на ней? Сможем на ней поехать? Видимо, нет. Ну, прикольно поехать на вагонетке и... просто сделать роудкилл вот этому гоблину. Так, а там в конце этого коридора стоит орк. Он повернулся к нам спиной. Так. Началось. Давай, иди сюда. К счастью, он вооружен булавой, а не орским мечом. Иначе бы он мог меня отравить. Так, а здесь нельзя под... Да, кстати, в этой игре можно подбирать стрелы. Прямо как... в Dark Souls нельзя подбирать стрелы вроде как, а вот в Зельде точно можно. Так. На кого-то он хочет посмотреть. И даже когда вы стреляете из лука, вы не можете встретиться. Так, можно ли выйти из этого режима? Я вроде как нажимаю кнопку «Убрать оружие», кнопку «Использовать», кнопку «Сменить». Нет, если вы натянули тетиву, то все, вы уже намертво прилипли к этому луку. Уже ничего не можете делать. Больше меня никто не будет стрелять из лука. Смотри, теперь я могу пойти туда, либо я могу пойти вон туда. Нет, я не могу пойти туда. А вот это выглядит как что-то, откуда потом будет катиться камень. То есть для того, чтобы мы могли подобрать стрелу, нам сначала надо переключиться на лук. Потому что если у вас нет лука в руках, то как вы можете подбирать стрелы? Четкая логика в этой игре. Можем уничтожать деревянные ящики, но деревянные... Но деревянные тачки совершенно неразрушимы.
Видимо, их делали гномы из какого-то особого гномьего дерева. Так. И это выглядит как снайперская дуэль. Наверняка кто-то еще сейчас будет меня стрелять. Игра думает, что вот я сейчас вот выйду сюда, и тут меня бац стрелой. Но, похоже, нет. Могу ли я перепрыгнуть? Да, я смог перепрыгнуть. У меня возникли сомнения в последний момент. А сейчас я подобрал стрелу. Я не понимаю, как это работает. Так, и мы можем теперь пойти туда дальше? Или не можем? Наверное, там открывается путь назад. А ты не мог там подтянуться, я не знаю. Схватиться за уступ, подтянуться, когда я удерживал кнопку прыжка. Не мог? И снова у нас не подгружается оружие. Интересно, если мы пойдем не туда, а сюда, что будет здесь? Нет, только не синий кристалл, нет. Так, он сажал синий Эмеральд Хаоса, теперь он станет... Теперь он станет супер кем-то. Интересно, отсюда мы сможем спрыгнуть и при этом не сломать себе все ноги? Наверное, нет. Так, сразу музыка интенсифируется. Слышь, это ты сожрал синий кристалл, да? Вот давай сюда синий кристалл. Тут такая музыка, как будто на меня сейчас со всех сторон начнут нападать враги. Но этого не происходит. Я не знаю, должен ли я этому радоваться. Или наоборот, быть разочарованным. Господи, боже мой, тут какие-то призраки, или это просто тени? Это что, это тень от него, или это какой-то призрак? А, наверное, призрак от кого-то другого. That was quite a fight. Так, что с них упало? Круглые щиты. А что еще группа щитов? В
вот он, синий джем. Или гем. Ну, в принципе, на этом my job here is done. А почему он по нему не попадает? Он все еще по нему не попал. Все еще не попал. Слушайте, ну уровни здесь совершенно невозможные. Как тут вообще можно ориентироваться? Так, я же вроде как отсюда пришел, или нет? Так, я пришел отсюда. Наверное, этот уровень просто закончен, то есть не этот уровень, а это этот сегмент этого уровня. Так вот я пойду на выход, или нет? Вот так, наверное, я пойду на выход. Интересно, спавнились там снова враги или нет? Конечно же отставлялись. Так, остался всего один джем или гем. Наверное, джем. Мне больше нравится это произношение. Ну, давайте сохранимся, раз уж такое дело. Джем, понимаете ли, более вкусно звучит,
Ну вы поняли, типа, шутка, да? Типа, смешно. Сюда подходи. Не хочет. Не хочет ко мне подходить. Давайте. Ой. Меня уже отсюда стреляет вот этот вот. Так, попадем ли мы с такого расстояния в него или нет? А там еще чудик бежит. Чуть-чуть ниже. Ой, он... То есть враги в этой игре умеют в... Пасфайнинг. Я думал, он так и будет там так стоять. Но он решил подойти вот сюда, чтобы отсюда в меня стрелять. Это круто на самом деле. Я ушел из его поля зрения, и он нашел позицию, с которой у него будет прямое видение меня. Это не в каждой видеоигре противники такие. На многих видеоиграх они будут просто стоять и ждать, когда вы подойдете к ним. Тем, кто принесет нам шестой уровень. Интересно, насколько эффективен этот яд. Давайте посмотрим. 56. 54. Не, фигня. Ну, собственно, как и в каждой видеоигре. Если в ней есть яд, который вы можете использовать против противников, и противники тоже могут использовать яд против вас, то этот яд будет совершенно бесполезен против противников и очень эффективен против вас. Ладно, давайте не будем искушать бога платформинга и сохранимся.
Так. Тревожная музыка. Вообще тревожная музыка, насколько я понял, в этой игре может совершенно ничего не означать. А, это пауки. Так, мы получили новую. Я вижу, что там паук. Я же вижу. А ты сходи сюда. Можем подсмотреть, что нас там ожидает. Нас там ожидает кто-то гоблин. А, вот к чему была какая-то тревожная музыка. Здесь лежит зеленый кристалл, и, конечно же... А! Где-то еще одна такая же тварь, но я ее не вижу. Они, кстати, стали какими-то крутыми. Не умирают от одного удара. Несмотря на то, что это орфский меч. Силой 40. Так, больше здесь ничего нет. Так, спустились мы откуда? Мы оттуда или оттуда? Наверное, вот оттуда. Давайте пойдем сюда. Насколько я понимаю, как только мы вставим третий кристалл, то этот уровень закончится. А нам еще хорошо бы найти руну, которая есть на каждом уровне. Собственно, то, что нам тизерили, что вон там вот где-то должен стоять гоблин, который нас ждет. Одним
Черт возьми, у него орки меч. Он меня отравил. Так. Интересно, пройдет ли этот яд сам собой? И хорошо бы еще мне поменять щит. Смотрим сейчас. 90 уже из 300. Похоже, этот яд сам собой прекращаться не собирается. И, кстати, я ни одной такой бутылочки за весь уровень... А, вот он прекратился. Я ни одной такой бутылочки не находил за весь уровень. Так, ну и, конечно же, здесь снова доспавнились твари. А, это я еще не вышел. Хап. Я только к лифту пришел. О, смотрите-ка. Вот, оказывается, где был Оушен. Так. Подождите-ка. Трезубец. А, это трезубец, который не является оружием для всех. Видимо, это для амазонки. Я не туда иду. Так, я сейчас поднялся по на этом лифте, а сейчас мне, значит, надо подняться на этом лифте. Тогда я вернусь в хаб. Вот интересно, что это вон там вот за штуковина. Возможно, это просто плав какой-нибудь. Давайте попробуем пострелять просто так. Ничего этим не набились. Давайте, подходите. Нет, никто не зареспавнился. Ну, я уверен, что если я вставлю сюда зеленый джем,
то мне скажут, что все, уровень окончен. Ну, кстати, можем посмотреть, есть ли какой-то айтем, который лечит отравление. В общем-то, все лечит отравление, все поушены. Еще какой-то госмедальон. Давайте я сохранюсь. Посмотрим, что будет, когда я ставлю еще один джем. Потому что... Руну пропускать не хотелось бы. Интересно, что он делает. Так, я хочу выбросить здесь меч. Смотри, что делает Пакклаб. Сила 45, дефенс минус 30. В сумме получается 15. Что абсолютно экономически нецелесообразно. Так, куда улетел эльфийский меч? Здесь была пропасть. Можно было подумать, что это просто стена такая темная, но нет, это пропасть. Ух ты! Я смог пропустить этот ролик. Иди. Ну, наверное, это не босс, наверное, это просто новый тип врагов. Потому что для босса как-то... Ну, вы видели, что из себя представлял первый босс. И вот это совсем не похоже на второго босса. Так, у нас уже был X, а это Sharp X.
Давайте посмотрим, что он такое. Ну, такое. И он несовместим с моими приемами. Так что ну его. Я его даже... Вот. Почему-то сброс оружия не всегда работает так, как я ожидаю. Так. А теперь я должен прыгать в дыру. Я не хочу прыгать в дыру. Я с детства читал сказку, где одна девочка прыгнула в дыру. И в дыре было... В этой дыре было не все так, как ей хотелось бы. Я нашел какую-то лестницу. А, я мог прыгнуть в эту дыру. Тогда я смог бы вот здесь вот спуститься по этой лестнице, на которой абсолютно ничего не видно. Я прыгнул в неправильную дыру. Так, это то, о чем я думаю. Этот камень только что пролетел прямо сквозь нас. Ну, окей. Так, платформинг. Снова платформинг. Сложно что-то. Так. Да что происходит с камерой? Я не дергаю мышь, она сама собой дергается. Так, ну и куда дальше? Опять в дыру, что ли, прыгать? Так, и вот это выглядит как конец уровня. On his return from the War of the Sword, Freyr was greeted with celebration and appointed king at the base of the mountain. He took his place on the throne and reigned from the stone hall of many pillars. The doors were thrown open and trade was established with men. On Queen Asha's death, a tomb was built in Ephyra in her honor. And to protect her from any further evil. Это был конец уровня, и секретную руну мы так и не нашли. The dwarves seem to have retreated before their arrival. The old story of Freyr, the dwarven hero, speaks of powerful weapons hidden in the tombs of Ephyra. Perhaps you will find some answers there. Thank you.
Так, я нашел, зашел на сайт с прохождением, и у меня вылетел браузер. Отлично. Так, еще раз. Так. Так, хорошо, я примерно понял, где это. Давайте вернемся и попробуем все-таки взять эту руну. Это надо вернуться туда, где мы взяли зеленый кристалл. С зеленым кристаллом мы ходили сюда. Возможно, я прохожу не в том порядке, в котором автопрохождение проходил. Код The Last Center, Jump across the Falling Bridge, Activate Trigger and Go Down the Lift. From here there will be two ways. Go right, unless you're in desperate need of 500 potion. Kill the orc there and proceed. If the troll on the bridge does not come after you, you must bring him to you, because it's too hard to fight him on the thin rail with an archer shooting at you. Так, может быть, я не в ту сторону иду. Так, а здесь было раньше закрыто? И только сейчас охраняю. А, вот. Здесь я
подобрал зеленый кристалл. Может быть, здесь где-то можно спрыгнуть вниз куда-то. Убивали пауков. Больше мы никак здесь не поднимемся, да? Окей. Все-таки я не туда иду. Так, вот здесь вроде как было закрыто. Изначально. Это шорткат. Или нет? Я уже не помню. Так, давайте еще раз посмотрим. Go down the last entrance, the leftmost. Значит, все-таки. Значит, все-таки сюда. From here, the only two ways go right, unless you desperately need. Так. Что происходит? Игра ведет себя так, как будто у меня был зажат пробел, хотя он не был зажат. Но это не leftmost был.
Это одна из тех игр, в которые невозможно ориентироваться без карты. Только карты нет. Как хотите. Как хотите, так и проходите эту херню. Так, прохождение на GameFAQs вообще ничего не говорит про руну на этом уровне. Может быть, вот здесь вот имеется, я думаю. Но здесь некуда спрыгивать. Это вообще там, где я шел. То есть эта секция про руну на этом уровне идет сразу после описания того, как найти зеленый джем. Что-то непонятно мне, если прохождение говорит. Он говорит, не ходите направо. Он мне говорит, идите направо, но и направо это совсем... совсем другая часть уровня. Там мы вроде как синий кристалл брали.
Вот. Вот это место. Все неправильно мне это прохождение говорит. Так, now lockdown. Вот здесь вот что ли имеет смысл? After this, you should see an aware orc archer across the broken bridge. Kill him with your bow and jump across. You might want to save before you do. Now look down. There will be a place to jump down on the left and on the right. Jump down on the left first. Hop down and break through the wall. Hop down and break through the wall. Через ту стену, в которую я тыкался. То есть она ломается. А как я должен был это узнать? Одного удара не хватало. Ну, я же бил по этой стене. Я же точно бил по этой стене. И она не сломалась. Так оно и бывает в этих играх каждый раз. Ты бьешь почему-то, оно вообще никак не откликается. Ты думаешь, что ну все, значит нельзя сломать. Оказывается, там просто не хватало еще одного удара. Как ты должен был об этом знать, а никак. Все еще лучше, чем секретки в Думе, где надо просто каждую стену общупывать. Мне нравится, что мой рыцарь там такой весь в крови. Очень бодрясово выглядит. Так. И сейчас нас ожидает секция с платформингом. И с поднимающейся лавой. Ух ты, здесь какой-то меч есть. Возможно, крутой. Давайте поднимем. А, это не меч, это копье это. Кината это же виабушное копье. Возвращаться за эльфийским мечом, или мы
останемся с Нагинатой. Наверное, эльфийский меч имел бы больше смысла для меня, как для мечника. А вроде как больше не поднимается. Бизончик. Так. Смотрим, где я оставил свой меч. А здесь еще одна Нагината. Она зареспавнилась. А мой меч, который я выбросил, так понимаю, нет. Ой-ой-ой, чуть не упал. Ну что ж. Нагината решила остаться у нас. Ну, значит, выбросим ее позже. Было совсем несложно. Самое сложное было найти, собственно, эту секретку. Так, мне здесь подниматься или мне туда? Что-то не помню. По-моему, мне вот здесь вот надо. Да. Каким образом он по мне попал? Ну, значит, еще раз гоняем за секреткой по-быстрому. Спасибо, камера. Я не знаю, почему камера настолько неприлично себя ведет рядом со стенками. Здесь, ну, нормально. Не колбасит ее.
А вот здесь вот почему-то колбасит. В общем, странные вещи происходят. Ну а что делать? Не было тогда еще игровых движков, в которых камера делалась просто одной кнопкой. И разработчикам приходилось делать камеру, как они могли. А могли они не очень-то. Попасть своим. Хотя, повторюсь, был Max Payne первый, в котором камера совершенно никаких проблем не вызывала. Там даже прицел всегда был где надо. Не было никогда таких ситуаций, в которых тело Макса наслонял прицел. Что даже не во всех современных играх бывает. Ну чё, стена? Вот эти вот звуки точно такие же, как в том месте на первом уровне, где, как я думал, должна быть руна, но там ее не было. Heavy Maze. Мы не будем его подбирать, наверное, он слишком heavy. Для меня. К счастью, катсцены здесь пропускаются. Я просто нажал вперед один раз. Я просто хотел сделать небольшой шажочек вперед. И герой просто потерял равновесие и улетел в пропасть. Как будто это GTA 4 какая-нибудь. Здесь, когда просто нажимаешь вперед, он не делает маленький шажочек вперед с неполной анимацией. Он делает полную анимацию шага и делает шаг как минимум, ну, на метр вперед. Современные игры такой херни не делают. В современных играх, ну, будет смешно выглядеть анимация, но, по крайней мере, вы сможете... Вы сможете сделать небольшой шажочек вперед, если вам нужно. Одна стрела, что ли? Да.
Спасибо, игра. Уровень только начинается, и сразу же лава поднимается так, что вы себе ноги обжигаете. ...48 хп. Придется мне все-таки выпить баночку соплей. Приложение Твича мне показывает, что кто-то это даже смотрит, но почему-то никто ничего не пишет. Впрочем, я не знаю, зачем это вообще смотреть, не то чтобы писать. Ничего интересного на тебе не происходит уже, ну, наверное, полчаса, как минимум. Так, вот это уже катсцена начинается. Я не могу управлять своим героем, но не могу пропустить. А вот теперь уже могу пропустить. Давайте возьмем факел. Так. А мне казалось, что здесь что-то еще было. Здесь что-то я еще мог подобрать. Так, есть топор, который я решил не подбирать. Между прочим, обратите внимание, есть вот эта вот темнота, которой ничего не было бы видно без факела. И это то, что должно было быть в Dark Souls 2. Но, увы, нет. Не было этого в Dark Souls 2.
А, и здесь есть пропасть, в которую я падаю. Спасибо, игра. То есть ничего сложного уже нет на этом уровне, я просто умираю за какой-то херни каждый раз. Ну, это классический Dark Souls. Хорошо, еще раз. Эта пропасть меня не убила. Можно было бы, конечно, сохраниться в любой момент, но сохраниться это же для слабаков. Эта пропасть меня тоже не убила. Посмотрим, убьет ли меня этот прыжок. Нет, он меня не убил, он просто немножко покалечил. Я, пожалуй, не буду пропускать эту касцену, потому что у меня такое подозрение, что если я ее пропускаю, то у меня меньше времени, чтобы перепрыгнуть с лавы. Ну или давайте пропущу. Не, вы видели, у меня отнимало здоровье все еще, пока я подтягивался. Сначала у меня отняли хп за то, что я прикоснулся с лавой, а потом за то, что я подтягивался. Ну, потому что, ну игра такая. Смотрим, убьет ли меня эта пропасть еще раз. Посмотрим, убьет ли меня эта пропасть. Нет, не в этот раз, мистер Пропасть. Ладно, давайте я все-таки сохранюсь. Я уверен, что после того, как я сохранился, я пройду уже все остальное просто с первого раза.
Нет, не зря сохранился. Я уже нажал на уворот, но игра решила, что я уже умер, что уже некому уворачиваться. Вы, по крайней мере, мое сохранение окупилось. Ну, что ж такое? Снова я уворачиваюсь. Было сохраниться уже после этой катсцены. Классно. Если я пытаюсь использовать щит, то он просто его разбивает и сразу же делает второй удар, которым он меня убивает. Там, между прочим, резистанс 200. А он его ваншотает. Почему он не сделал этот удар? Сейчас Dark Souls в этой игре есть пауза. Здесь еще какой-то бэк-атэк. Как он что ли делается? Интересно. Так. То есть смотрите, в этой игре есть атака, которую можно провести, если вы нажмете одновременно влево, вправо и назад. То есть без кнопки атаки. Вот я не нажимаю сейчас левую кнопку мыши. Но при этом это игра, которая предполагает, что вы будете играть в нее на стрелочках. А если вы будете играть на стрелочках на клавиатуре из 2001 года, которая подключается через PS2, то там этот удар просто не будет делаться, потому что там не работает просто противоположное направление на стрелочках. Как правило. То есть там ограниченная шина у клавиш. Стрелочку, по-моему, только две можно нажать одновременно. На старой клавиатуре. Так, давайте тогда еще раз. Давайте тогда еще что-нибудь посмотрим, что у нас открылось. Какой-то speed kill, какой-то hawk attack. Mm-hmm.
Вот это все разные атаки, между прочим. То есть вот это выглядит как обычная атака какая-то, но на самом деле, чтобы ее провести, надо одновременно нажать на стрелочку и направо. В общем, одновременно надо нажимать, четко. Тайминг. То есть вот это вот выглядит какая-то особая атака. А вот это нет. Так же, как и вот это, и вот это. Она, короче, как Dark Souls просто. Почему я по нему не попал? И почему он сейчас попал по мне атакой, несмотря на то, что я увернулся? Ну вот я и увернулся, он все равно по мне попал. Ворота как-то очень странно работают в этой игре. То тебе кажется, что ты не увернулся, но все равно ты каким-то образом не получил урона. Кто-то думает, что ты вернулся, но на самом деле нет. На самом деле тебя ваншотнули. А каким образом? Вот он бьет вперед прямо, но попадает по мне, несмотря на то, что я нахожусь вот прямо справа от него. Вот опять, я прямо у него... Прямо у него... Сбоку был. Наверное, надо просто вправо уходить, а не влево. Потому что у него же оружие справа, и, наверное, хитбоксы так прописаны в этой игре, что... На положение оружия зависит. Ugh!
Спасибо, игра. Из-за того, что в игре нет стрейфа, я уткнулся в стену. Попытался ее обойти и улетел в пропасть. Потому что вместо стрейфа здесь поворот. Такого выигрыша, конечно же, тоже абсолютно не должно быть, чтобы упираться в стену, если она не перпендикулярна вам. Если уткнулся в какую-то фигню. И вот этот прыжок тоже меня может запросто убить. К счастью, не в этот раз. Ну, на этот раз точно все. Посмотрим в последний раз на скайбокс этого уровня. On his return from the War of the Sword, Freyr was greeted with celebration and appointed king at the base of the mountain. He took his place on the throne and reigned from the stone hall of many pillars. The doors were thrown open and trade was established with men. On Queen Asha's death, a tomb was built in Ephyra in her honor. And to protect her from any further evil. The mines have been sacked by an orcish army. The dwarves seem to have retreated before their arrival. The old story of Freyr, the dwarven hero, speaks of powerful weapons hidden in the tombs of Ephyra. Perhaps you will find some answers there. Так, я сейчас посмотрел свою трансляцию с Твича, приложение Твича. Оказалось, что у меня там есть чат, но приложение Твича мне чат не показывает. Замечательно. Не то, что вы мне писали много, но тем не менее. Tel-Halaf is the principal fortress of the Knights of the Armina region. For generations, their dukes have kept the peace and ensured free passage through the district. Lord Kerman, paladin of the Order, guards
governs the garrison with an iron fist, holding off an ever-increasing threat from the north. Ну и на этом мы на сегодня закончим. Мы прошли второй уровень. Это заняло в два раза больше времени, чем должно было. Но зато мы нашли первую руну. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем, кто писал в чат, несмотря на то, что у меня не получилось это читать. Спасибо Твичу. До новых встреч. Я, короче, альтамнулся, и прямо на том месте, где начинается уровень, на меня напали какие-то твари и начали меня бить. И они ничего, кстати, не могут со мной сделать. Пытайтесь. Это уровень, между прочим, даже не первого.